21 декабря в 14 часов в Самарском академическом театре оперы и балета губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин выступит с ежегодным посланием депутатам Самарской губернской думы и жителям региона в рамках 66-го заседания Самарской губернской думы. Заседание будет транслироваться в прямом эфире телеканалов «Россия-24 Самара», «Губерния», ГИС, радиостанций «Радио России Самара» и «Самарского губернского радио», «Радио Губерния». На сайтах samregion.ru, tvsamara.ru, губерния tv.ru.